Автолюбителям придется потерпеть неудобства в самом разгаре. Ремонт дороги на улице любимого областного центра. С инспекционным рейдом на место выехал глава города Владимир Шарыпов. Муниципальный контракт на 62 миллиона 800 тысяч рублей предполагает целый перечень работ. В общей сложности первоклассный по качеству асфальт будет на 18 тысячах квадратных метров проезжей части. Здесь работы предстоят по укладке верхнего слоя асфальта, уже остаточные работы. Произведены работы по фрезерованию, замене бордюрного камня, частично, не полностью, потому что что хорошее, то осталось. Также подъем люков, ремонт 20 ливневок, 20 глухих люков, две парковки большие, две маленькие и тротуар 500 квадратных метров. Некоторые сложности рабочим доставляют автолюбители, оставляющие машины на обочинах. Владимир Шарыпов увиденным остался доволен, но отметил, о приемке работ говорить пока рано. Завершить ремонт подрядчик планирует до 20 июля, если позволят погодные условия. Возможность укладывать асфальт в дождь технология не допускает. Работы по муниципальному контракту предусматривают создание дополнительных парковочных мест перед областной больницей и поликлиникой. Заодно посмотрели, как мы можем здесь вот эти парковки еще благоустроить, в том числе озеленением, посадкой деревьев. То есть охранные зоны мы сейчас выяснили, какие, где проходят кабели, где проходят теплотрассы, и я думаю, что мы тут еще и деревья посадим. Работы в этом плотно застроенном микрорайоне разрешено проводить только в дневное время суток. Водителям, выбирая маршрут движения, необходимо учитывать возможность возникновения пробок. На дороге в этом году выделено 400 миллионов рублей. Из городского бюджета средства направлены в основном на ремонт дорог картами и ямочный ремонт. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.